Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Прошу помочь мне разобраться в данной ситуации и понять, как надо себя вести. Я замужем 17 лет. У мужа есть младший брат, который с разницей в 5 лет с нами тоже женился. Мы никогда особо с семьями не общались, только по праздникам у родителей пересекались. Потом как-то семья брата стала избегать нас. Далее мы узнаем, что у него родилась дочка, и родители от нас скрывали беременность, потому что у нас не получалось забеременеть. Сказали, что во благо нам врали. Мужу было очень обидно. Потом следующая ситуация, что родители от нас скрывали 3 года, что строят той семье огромный дом, в то время как мы жили в однушке 44 метра втроем. Уже и у нас родился ребенок. Когда узнали про дом, был скандал у мужа с матерью, что его за идиота держать в его 37 лет. Через 2 года спустя мы переехали в трехкомнатную квартиру. Разница между детьми нашими 3 года. Родители мужа к внучке от младшего сына бегут в любое время дня и ночи. А нашу дочку видят раз в месяц, если мы сами привезем. Чаще не получается, они пишут, что все время на даче дела, а сами торчат в доме младшего сына, это недалеко от их дачи. Когда зовем гости к нам, ехать 25 минут от них, то тоже, то голова болит, то надо липу на даче пилить, то цветы поливать. Мне обидно за дочку, обидно за мужа, что вот такое отношение. И как себя вести в данной ситуации, я не знаю, понимаю, что насильно мил не будешь. Мы не ругались, не ссорились, просто вот так к нам. Тот сын ближе, а мы как чужие люди. Как себя вести со свекрами, надо ли им, получается, навязывать наше общение и внучку? Что делать? С семьей брата мужа не общаемся вообще уже несколько лет. Ну, я не очень понимаю, как вы можете общаться с родителями, если вы не общаетесь с семьей брата мужа. Вот, то есть, если родители отдают им предпочтение, то ваше необщение с семьей брата мужа, оно так или иначе не в пользу возобновления этого общения вашего с родителями, да, как бы идет. Это первое. Второе. Как вести себя со свекрами, спрашиваете ли вы, ну, чтобы что? То есть, как вести себя, чтобы что? Знаете, здесь есть некоторые противоречия. Вы вроде бы с одной стороны говорите, что понимаете, что насильно мил не будешь, а с другой стороны вы, в общем-то, как-то себя хотите вести. Это второе. Третье. Ну, зачем навязывать вообще кому-то что-либо? Для меня тут тоже несколько загадка. То есть, ну, люди не хотят, вы им навязываете. Зачем? А следующий момент. То, что вам обидно за мужа и за ребенка, это понятно. Но понимаете, какая история? История здесь заключается в том, что вы позиционируете лично себя, как мы. То есть, ну вот, мы зовем, мы приглашаем и так далее. Мы, говорите вы, мы. Вот мне кажется, что это самое мы и является такой вот проблемой. Потому что нет никаких «мы». Есть вы, и у вас свои отношения со свекрами, с семьей младшего брата, мужа, с мужем и с дочерью. Есть муж, у которого тоже свои отношения. Есть ваша дочь, у которой также свои отношения со всеми. Вот мне кажется, что смешивать все в одну кучу, да? И объединять людей в «мы»,
не лучшее решение. Если вам обидно за кого-то, то это проекция. То есть перенос. Вам не может быть обидно за кого-то. Вам может быть обидно самой. И если вам обидно самой, то с этой обидой нужно работать. То есть, ну вот, буквально смотреть, что есть ваша обида. Что она из себя, обида в смысле, представляет. И дальше уже как-то из этого исходить. Если обидно мужу, то его можно понять, но со своей обидой нужно работать ему. А что касается вашей дочери, то дочь интроицирует, то есть принимает такое отношение к ситуации, которое есть у вас. И если отношение ваше к ситуации вот такое вот, как обида, то и она будет обижаться. То есть вы ей этим не помогаете. Не помогаете вы своей дочери и тем, что навязываете себя ее родителям. Не помогаете, в прямом смысле этого слова, не помогаете. Ничего хорошего для нее вы этим не делаете. Дальше. А у мужа вашего есть претензии к его родителям. Ну, наверное, они у него имеют место быть. Просто потому, что они есть. И вопрос заключается в том, хочет ли человек с ними что-то делать. То есть, хочет ли человек с ними работать со своими претензиями. Или ему как-то комфортнее, лучше жить в этих претензиях, снова и снова наступая на одни и те же грабли. То есть есть такое ощущение, что вы боретесь с реальностью. Реальность, она заключается в том, в данном случае, реальность заключается в том, что да, родители больше любят и больше принимают, судя по тому, что вы описываете, и младшего мужа, ой, младшего брата, вашего мужа, вот, собственно, его ребенка. Ну, такова реальность. Я сильно сомневаюсь, что с этим можно что-то делать, что-то сделать. И, честно говоря, я сильно сомневаюсь, что с этим нужно что-то делать. Я очень в этом сомневаюсь. Поэтому ваш вопрос очень похож на вопрос про то, что делать, чтобы заставить, как себя вести, чтобы заставить свекров относиться к нам так, как мы хотим. Или что делать, если мы не хотим как-то с ними общаться. И вот, понимаете, в этом смысле свекры гораздо более, как вам сказать, гораздо более свободнее, что ли, чем вы.
в смысле того, что они хотят, уделяют внимание тому, кому хотят. Они хотят, уделяют внимание тем, кому хотят. Вы же таким похвастаться не можете. И вот это является, как мне кажется, серьезной проблемой. Потому что вы не свободны. А вы, получается, себя ограничиваете, вы, получается, себя заставляете, не получаете обратную связь, не получаете какой-то отдачи и обижает. Так зачем? Зачем себя заставлять-то? Зачем себя мучить? Зачем? Для чего? Чтобы что? Вот какой в данном случае, на мой взгляд, очень важный момент. И на это вам нужно обратить свое самое пристальное внимание. Дальше. А вы обижаетесь. Ну, вот, вероятно, вы обижаетесь, да, ваш муж обижается. С чувством обиды нужно работать. Потому что чувство обиды — это то, что будет вас в принципе отравлять, как мне видится. И обида — это, хотите вы или нет, ответственность только ваша. Обида — это ваше ожидание. Обида — это точка боли, точка личностной такой, можно сказать, просадки, что ли. То есть в обиде мы переключаемся как бы на другого человека и не принимаем во внимание самих себя, не опираемся в этот момент мы на самих себя. Вот и вы в какой-то момент перестали опираться на самих себя. Ваш муж, вы не опираетесь сами на себя. Вы опираетесь на родителей. Вы от них чего-то ожидаете, от них чего-то ждете, а они вам этого не дают. И они вам этого, в общем-то, и не дадут. В смысле того, что если они не хотят, то они вам этого и не дадут. Если они не могут вам этого дать, то они вам этого и не дадут. Ну, и все. А вы их не принимаете, вы заставляете как будто бы на чуть ли не постоянно на основе себя для них быть какими-то и кем-то. И их заставляется быть с вами какими-то и
конца. И все, в общем-то. И ничего больше, в общем-то. И ничего хорошего, в общем-то, это не несет. Гораздо проще, если вы примете определенные возможности своих равных людей, то есть, ну, в вашем случае это вот свёкры, да, вот. Для мужа это родители его. А говорить о том, что это легко, ну, что легко будет принять это. Нет, это было бы неправда. То есть, ну, сказать, в смысле сказать, что это легко, нет. Это нелегко. А вот. То есть нелегко принять то, что вот родители, ну, не совсем такие, да, не совсем такие, не совсем они такие, какими мы их, может быть, видим или, может быть, хотим видеть. Это нелегко. Это больно. И в этом возможно. Вам нужна помощь. То есть вам нужна помощь в том, чтобы ну, прожить это, чтобы пережить это вам, вашему мужу. Вот. Это сделает психолог. Проживете свои чувства и, в общем-то, вполне возможно, что не будете так сильно зависеть от того, что они делают. Будете, может быть, более спокойно, более адекватнее, что ли, реагировать на то, что, ну, на то, как они, например, себя ведут. Вот, пожалуй, как-то так. Какой-то такой ответ я мог бы вам предложить. Отдельно хочется отметить, что у вас нет как будто бы какой-то конкретной, скажем так, цели. То есть вы вроде бы спрашиваете, да, там вот, что делать, да, как себя вести, вот, но это в данном случае рождает другой вопрос, чтобы что, как себя вести, чтобы что, что вы хотите получить-то по итогу, вот что в этом смысле, пожалуй, является самым главным. Что вы хотите по итогу получить? Какую, ну, свою проблему вы хотите в этом смысле решить? Вот это очень важный момент, потому что, если вы в ситуации не видите своей проблемы, но видите в ситуации проблему другого человека, то это делает вас жертвой в этой ситуации. А жертва, она бессильна, она зависима, она не уверена себе,
И в том, например, ну, допустим, в том, что она хочет что-то, что она может и так далее. То есть жертва, она, понимаете, она страдает. Вот мне бы очень не хотелось, чтобы вы были в такой позиции. Мне бы очень не хотелось, чтобы вы были в такой ситуации. Потому что вы же еще как бы и своей, получается, дочери транслируете определенные мысли, определенные чувства, определенные идеи. Вот. Я думаю, что вы можете быть, вот я думаю, это такой достаточно важный момент, я думаю, что вы можете быть со своими близкими, тогда, когда им плохо. То есть я думаю, что вы можете быть рядом, я думаю, что вы можете разделять с ними их боль, говорить, может быть, о своей боли, вот, делиться в этом смысле своими чувствами, вот, с вашими близкими. Я думаю, что это на самом деле, ну вот, скажем так, в ваших силах, вот этот аспект, он правда в ваших силах, но вот все остальное, наверное, вряд ли. То есть вы не можете поменять других людей. Любая попытка поменять приводит только лишь вот к тем довольно печальным, довольно грустным последствиям в виде обиды. Ничего хорошего, к сожалению, из этого не получается. Вот. Ну и наконец, если вам, если вам самой обидно, то вы можете также проработать эту историю с психологом, если не помогает, например, ну, какое-то общение, да, какое-то взаимодействие с мужем. То есть вот, ну, так оно, в принципе, бывает. Понимаете, да? Чем больше, чем больше вас в вашей жизни, а не людей, которым вы не нужны, тем лучше вам в этом смысле будет. Вот. И я думаю, что, коль вы обращаетесь, то вам и демонстрировать своим, как мне кажется, примером, вам демонстрировать то, как нужно. То есть вам демонстрировать то, как надо на это реагировать. Мне кажется, что в этом смысле, что вы, проработав конкретно
свою обиду, если она у вас есть, могли бы тем самым хорошо помочь вашим близким. Вот. Ну и поскольку вы говорите, что вам обидно за мужа и обидно за дочь, то я хотел бы на всякий случай уточнить, что вы в это вкладываете. То есть, то, что вы вкладываете в то, что вам за кого-то обидно. Вот. Давайте мы по возможности с вами это постараемся прояснить. То есть, как это вы, например, для себя понимаете. Как вы понимаете то, что вам за кого-то обидно. Понимаете? Вот. Я думаю, что на личностном уровне вам желательно поработать с личными границами все же, чтобы быть менее зависимой от того, кто как к кому относится. Вы влияете на то, как люди относятся к вам. Но вы не влияете на то, как люди относятся к кому-то другому. Вы не можете людей заставить. Но вы можете быть рядом с этими людьми. И ваше пребывание рядом с этими людьми, поверьте, очень часто помогает и помогает гораздо лучше, гораздо полнее, чем если бы, например, вы знали, что родители, например, через силу заставляют себя что-то делать. Ну вот, никому хорошо не было бы, я более чем уверен. Вот. Если бы вы там, допустим, ну, знали бы, что они это делают, ну, как-то вот через силу, да, и нехотя, и вообще там, им это в тягость, да, и вообще они, ну, хотели бы чего-то другого, например. Я думаю, что примерно такой ответ можно вам с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии предложить. Да, безусловно, безусловно, то, что происходит, неприятно. И безусловно, что есть определенная деструкция в том, как взаимодействуете, ну, как взаимодействуют с вами, там, условно говоря, родители, да, и так далее. Безусловно. Деструкция есть. Но вы не можете этого изменить. А вот себе жизнь, да, себе жизнь можете попортить. Изрядно. Так и зачем
это делать. Вот. Ну, опять же, я повторюсь, что есть свои нюансы в любой ситуации, и если, например, в этой ситуации нюансы, ну, вот ваши нюансы заключаются, допустим, в том, что вы считаете, вот у вас, например, ну, есть такие ценности, да, что родители там должны общаться или должны помогать, вот, то в этом смысле вам просто нужно признать, что люди, о которых идет речь, не соответствуют вашим, просто не соответствуют вашим ценностям. Вот. Что у людей просто вот другие ценности. Вот. Так, ну, так бывает, к сожалению. Вот у людей просто другие ценности и все. И с этим ничего нельзя поделать. Вот опять же вопрос, а если у людей другие ценности, да, то почему они должны вас заботить? Вот. Если у людей другие ценности, если вот, например, у родителей вашего мужа, да, вот, ну, такие вот ценности, вот, что они ведут себя так. Ну, хорошо. А почему тогда эти люди должны заботить вас? Вот. Если у них другие ценности. То есть вот вам вот в этом ключе, на мой взгляд, нужно смотреть. Вот. Вам в этом аспекте, на мой взгляд, нужно двигаться. И если вы сделаете это, то я могу с уверенностью сказать, что будет вам весьма легче жить. Ну уж совершенно точно, чем живете вы сейчас. Возможно, речь идет о некоторых ваших ограничениях, которые вам сложно принять. Возможно, речь идет об этих ограничениях. Вот в таком случае, если речь идет об ограничениях, то я бы, конечно, рекомендовал бы вам в первую очередь обратить внимание на них, на то, с какими ограничениями вы сталкиваетесь. Вот. Как конкретно вы, лично вы, в этой конкретной ситуации. Что это за ограничения такие? Что они из себя, эти ограничения, представляют? Чем они, эти ограничения, представляют вам боль? Чем они вам мешают? Что не позволяет вам их принять? По той или иной причине. Вот. На это, я думаю, нужно обратить внимание. И в определенный момент вы почувствуете, что ваша жизнь, она
стало интересно. В определенный момент вы почувствуете, что ваша жизнь для вас стала интересной, гораздо более интереснее, чем определять какие-то претензии, например, ну, вашим близким, вашим родным, родителям, там, свёкрам и прочее, прочее, прочее. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Надеюсь, что вам это было полезно. А вы большая молодец, что обратились за помощью. Вы большая молодец, что решили спросить об этом. Вот. А вы большая молодец, что начали говорить об этом. Я думаю, что есть еще много нюансов, которые бы вы хотели обсудить, выговориться. Вы и ваш муж, например. Обращайтесь, будем рады вам помочь. Желаю вам всего самого доброго, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу.